Добрый вечер, добрый день. Сегодня мы сварим соус ткемали из сливы. Слива и есть черешня замороженная. Собирали летом. И сейчас и сварим из этого всего соус. Нам, значит, понадобится слива. Ну, вот я добавляю черешню, острый перец, два томата, кинза. Ну, взяли 4 пучка чеснок, хмели-сунели, уцхо-сунели, черный перец, водичка. Первоначально, что мы делаем, мы должны уварить сливу. Заливаем водичкой. Если мы хотим жидкий соус, мы добавляем побольше водички. Если мы хотим более густой соус, то поменьше. Ну, у нас средний, да, средний будет так, консистенция. В общем, варим как варенье практически первоначально. Включаем газ и увариваем сливу. Ну, значит так, уварили мы сливу и теперь на сайтах на заднем плане, это нормально. Варили сливу, снимаем с огня, даем остыть и будем ее протирать через сито. Ситом у нас сегодня будет вот такое вот приспособление для процеживания, для охлаждения макарон. Продолжаем. Значит, сварили мы очень густой компот и должны процедить это все через какое-то сито. Ну вот, например, дуршлаг можно через какое-то сито. Значит, что мы делаем? Накладываем сюда нашу ягодку и начинаем это протирать. Можем протирать как каким-нибудь, например, прибором. Можно это делать руками. Я предпочитаю руками. Ручной тут вкуснее. Ну, в общем, у нас процеживается вся мякоть и остается шкурка. Шкурку мы выбрасываем за ненадобностью. А мякоть, значит, у нас сеивается и будет основой нашего соуса. Продолжаем нашу эпопею с соусом. Закладываем сахар, соль. Можно делать на глаз. Примерно. Здесь у нас где-то 1,5 литра протертой сливы выварено. Сделаем 4 ложки сахара. И для начала 2 ложки соли. Томат. У нас свежий томат. Но можно использовать консервированный, пожалуйста. Не запрещено. И наши специи. Хмели-сунели, уцхо-сунели. Уцхо-сунели, да. И черный перец. Здесь много перцев. Белый перец, черный перец, красный перец и розовенький какой-то. Стручок красного, острого перца. Так, сейчас это немножечко покипит. Нам останется добавить в конце кинзу и чеснок. Это я уже кипятить не буду, чтобы не убить все витаминки. Продолжаем. Вот смотрите, наш соус загустел. Специи добавлены, помидорка добавлена. Все это связывается с сахаром. Связывается и становится. Все уже настоящий соус. В конце добавляем нашу кинзу.
Красота. И чеснок. Вот такая красота у нас получается. Я выключаю огонь. Все. Перемешиваем. Соус настоится. И, пожалуйста, кушайте. Буквально 1,5 килограмма сливы, 3 помидорки, специи, большой пучок кинзы, где-то 400 грамм, грамм 300, наверное, да. Соль, сахар, пожалуйста, на 2 месяца, наверное, этого соуса хватит. И семью покормить, и друзей угостить. Ну, всем добра.